Всем приветики! Идем. У меня сейчас вечерняя кормежка. Вот иду с подарочком. Так, дайте насыплю. Тихо, тихо, тихо. Как будто не кормят неделю. Ой, а гусям дала, так они мне бегают. В основном воду пьют и гуляют мне. Пасутся, ищут приключения. Травку ищут. Ну, конечно, и кушают. Только не так, как утки. Утки же все съедают. А потом траву жрут. Гуси наоборот. Им подавай сначала траву. Друзья, я хочу вам показать уточку, которая у меня сейчас, в данный момент, сидит на яйцах. И как вы думаете, какая утка, какой расцветки и на каком гнезде она сидит? Помните, я вам показывала уточку, которая нарвала пух и собиралась сесть на яйца. Это была черная уточка с белой грудкой. Так вот, эта утка не села мне на яйца. Да-да, она пух нарвала, надергала, яйца накрыла своим пухом, но так и не уселась. И вот она, кстати. Вот эта утка. Вот она. Вот она. Пожалуйста, собственной персоной. Сидела мне на гнезде. Морочила голову, да? Обманула. Сносила яйца. Облюбовала мне местечко. Вот здесь вот. Ку-ку! Вот вам сюрприз. Вот она уточка, которая сейчас мне сидит на яйцах. Только не черненькая, а коричневенькая. Вы видите, другая утка совершенно села. Другая. Что расскажешь мне? Эта утка села в третий раз в этом году. Она у меня сидела два раза подряд. И третий раз не захотела сидеть. Третий раз подряд. Она сидела 10 дней. Вот эта утка, друзья. Это она. Да? Ты или не ты? Боже мой, как они похожи, эти у меня утки коричневые. Чтобы только их не спутать. Они очень похожие. Обе сидели у меня два раза. И одна из них, из коричневых уток, водила мне утяток. Вот. Эта утка. Надеюсь, я не путаю. Или путаю. Я, наверное, путаю. Да? Да. Эта утка как раз, вот она. Эта утка водила мне утят. У нее на хвостике получается белое перо по краям хвоста. А у другой утки... Ой, сейчас я вам покажу. Вот она, у меня коричневая утка. Вон она. У нее хвост посередине белый. Ну, сейчас она его закрыла. И у нее меньше белого пера на самом теле. А по-моему, та утка, что водила мне утят, у нее больше белой расцветки. Особенно вот по бокам. А ну еще раз глянем. Слушайте, ну как же они похожи, а? Я вот все думаю, чтобы не напутать, и все-таки я уже путаю, да? Ну да, вот у нее, смотрите, какой хвостик. Больше белого цвета. И уточка. Вот у нее крыло больше с белым пером.
И вообще она вот такая ободренная. Да, эта утка водила мне утят. Уточка, ты чего? Смотрите, 18 числа черная утка. Вот эта уточка. Вот она. Нарвала пух. Вот в это гнездо. Вот. Там было несколько яиц. Я потом просто подложила еще яйца. Короче, я нашкрябала 11 яиц. В итоге получилось. Яйца донашивали уточки. Вернее, сносили уточки яйца каждый день по одному. Когда-то было и по два. В общем, я заложила в это гнездо 11 яиц. Было. Вот эти 11 яиц ровно лежали 10 дней в этом гнезде. Я их не вытаскивала. Утка черненькая нарвала пух, понимаете? И передумала сидеть на яйцах. Она не сидела. Я вот сколько смотрела и надеялась, что она сядет сюда на гнездо. Она не садилась. Вот она и не думает садиться. Гуляет себе тут со всеми все. Гуляй, Вася. Что, гуськи? Ой, там отсюда вижу, как петух там разбирается с другим петухом. Надеюсь, курочек не обижает. Так вот, друзья, когда сюда утка нарвала пух, вот эта уточка коричневая, она здесь еще не находилась в утятнике. Она водила утят в это время. Потому что 20 числа... У меня это записана дата. Я продала утят, которые были с этой уточкой. И в этот же день я, получается, перевела другую уточку, которая сидела на яйцах, во двор. Вот. С маленькими утятками, которые там остались. Их было несколько штучек. Вот. А эту утку я вернула в утятник. И смотрите, спустя 10 дней... как эта утка находилась здесь в утятнике. Она решила сесть греть яйца. Понимаете? Не, ну вы посмотрите на эту утку, а. Сюрприз решила мне устроить. Хочет сидеть на яйцах. А я прям чувствовала, что она это хочет. Вовремя я ее определила в утятник. Дала возможность водить утяток другой уточке. Вот, и смотрите, эта утка увидела, что в гнезде нарван пух, лежат яйца, да, она захотела их обогревать, она захотела их греть и сидеть, насиживать, вот что она захотела в третий раз. И эта утка, друзья, вернемся к этой утке опять же, она выводила утят два раза подряд. Третий раз подряд она не выводила. Она вывела два раза подряд утят. И во второй раз я дала ей возможность водить утят. Она их водила. И примерно месяц она их водила. Но 3 недели точно. И вот смотрите, вернулась в утятник. И, пожалуйста, вот спустя 10 дней она уже уселась на гнездо. Представляете? Ну, вот так. Я не собираюсь ее отговаривать от этого. Хочет, пусть сидит. Пусть сидит. Ради бога. Несмотря на то, что уже начало осени. Завтра. Я сейчас снимаю ролик уже вечером. Почти что поздним. Ну, он не сильно поздний, но вечер. Вот. Завтра у нас... 1 сентября. Уточка, если высидит мне утяток, если они выведутся, да, то они когда выведутся? Они выведутся в октябре месяце. Числа 5. Вот так. Но если с опозданием, то чуть позже. А если раньше? Ну, в общем, в начале октября вылупятся эти утята. Ну, ничего страшного. Пусть вылупливаются. У меня уже есть опыт содержания утят, которые лупились в октябре месяце. Причем в середине октября. И нормально, все выжили. Ну, может, и не все. Один, может быть, погиб у меня. Но все равно проблем с содержанием лично у меня в моем хозяйстве нету. Октябрьских утят.
проблем с этим нету. У нас теплый климат. Они не замерзнут, успеют до Нового года, успеют они опериться, и все будет с ними хорошо. Я наперед планы не строю, посмотрим, что будет. Потому что вот какой у меня вывод был последний, да, один утенок. Один утенок у меня вывелся, 27 яиц заложила. Вот, утка не захотела сидеть. И результат — один утенок. Вот так. Так что пусть сидит утка, выведутся утята, хорошо. Не выведутся, ну и бог с ними. Что суждено, то будет. Что суждено, то оно и случится. Правильно? Одному Богу известно, что там у нас происходит и будет происходить. Вот, удочка даже не думает вставать. Видите? Вот так. И я ее не заставляю. Я вообще никого не заставляю сидеть на гнезде. Вот она увидела пух в гнезде и решила сидеть. Вот так вот, друзья. И сидит она уже здесь второй день. Заметила я позавчера еще, как здесь она сидит. Уточка. Вчера она сидела целый день. И вчера я подложила еще вот 3 яйца под эту утку. У меня были 2 яйца в холодильнике, честно говорю. И одно яйцо лежало во времянке у меня в кружечке. Эти яйца, которые были в холодильнике, я крестик на них нарисовала. В общем, я их пометила. Будет там что-то или нет, я не знаю. И среди тех 11 яиц, которые там уже лежали, одно яйцо тоже с холодильника. Ну, что делать? Вот посмотрим, будет что-то или нет. Пусть уточка сидит. Я дату записала примерную, когда утка уселась. Яйца, конечно, лежали в гнезде 10 дней без обогрева. Посмотрим, что с ними будет. Оплодотворены ли эти яйца, тоже большой вопрос. Ну, от каштана зависит, как он работал тут с уточками, которые несут эти яйца. Вот такие вот дела на данный момент в моем утятнике, друзья. Каждый день какие-то у меня новости происходят в моем хозяйстве. Каждый день что-то новенькое. Ну, что делать? Жизнь идет. Жизнь продолжается, и каждый день что-то у нас происходит, да? Какие-то новости. Уточка села, но совершенно другая. И хочу сказать, что у меня такое первый раз в моем хозяйстве, чтобы утка нарвала пух и не села их греть, эти яйца. Вот так вот. Первый раз у меня такое в моем хозяйстве. Уточка не хочет, видать, сидеть. Я не буду такую утку оставлять на разведение. На следующий год я ее не буду оставлять, я ее буду убирать. Вообще вот эти утки, получается, торпеда, вот она. Потом темная уточка с чуть белой грудкой, вот она. И вот эта уточка, вот. А это годовалые, июньские, вот, прошлого года. Я их буду убирать. А ту утку темненькую, которая водит мне сейчас утяток, ей будет 2 года в конце сентября. Я ее оставлю. Она темненькая. И 2 коричневых уток тоже оставлю. Видите, какие они хорошие все-таки на сетке. Хорошие мамаши. У них есть чутье, материнство у них есть, вот этот инстинкт насиживания. В общем, я довольна этими уточками. А вот этими уточками я недовольна. Нет, они только мне несут яйца в этом году. Вот эти вот 2 утки, они сейчас прямо по курсу. Вот. Ни одна из этих уток мне не сидела на яйцах в этом году, только сносят яйца. Вот. И еще насчет торпеды. Мне кажется, что вот больные утята, которые у меня в этом году вылупились, 2 утенка.
Мне кажется, что это от этой утки, от торпеды. Может, я наговариваю, конечно, но мне кажется, от нее. Почему я так говорю? Когда у меня инкубировались в картонной коробке яйца, я замечала, что именно от этой утки, от торпеды, яйца замирали в основном на разных этапах развития зародыша в яйцах. Эти яйца у меня были помечены, поэтому я знаю, что это от этой уточки. Эта уточка у меня пострадала зимой. Было нападение хищника, и она пострадала. Было ранение, но оно зажило, это ранение. Уточка выжила. Вот я об этой уточке говорю. Вот она. Уточка выжила. Был вопрос у меня, что с ней делать. Ну, я ее, конечно, оставила. Она была маленькая, что ее забивать. Она сносила яйца, но мне кажется, что эти яйца у нее не хорошие. Есть, конечно, хорошие, но в основном они вот такие вот с дефектами. И вот эти вот два утенка, помните, я вам показывала утенок с дефектом на голове. У него как будто проплешина была между глазами. Мне кажется, это от этой утки утенок. И вот этот утенок, который у меня в последний раз вылупился, да, в коробочке. Этого утенка уже нету. Лупился он с острого конца, но вы видели, я вам показывала. В общем, мне кажется, что такие утята именно от этой уточки. Я ее тоже буду убирать в этом году. Посмотрим, кого оставлю. Конечно, 100% оставлю вот этих молодых уточек этого года. Им сейчас 3 месяца. А вот она, уточка красивенькая, моя девочка. Вот уточка. Вот она, уточка. Это селезень. Видите, какая разница по габаритам. Вон они, мои две уточки. Одна беленькая. Вот утка. И вот утка. Это селезень. 4 молоденькие уточки. Их буду оставлять. Еще определюсь с селезнем, какого оставлю. Ну, посмотрим. Насчет каштана. Я хочу его оставить. Сережка говорит, что надо убрать. Но не хочу, не хочу. Я все-таки его, скорее всего, оставлю вот с этими старенькими уточками своими. Но они еще не сильно старенькие, им еще 2 года нету. Будет в конце сентября только 2 года. Вот. Я его хочу оставить вот с этими 2 коричневыми утками и 1 черненькой уточкой. Ну, не знаю, может быть, оставить все-таки какую-то ему 4-ю утку. Посмотрим, посмотрим. И выберу какого-то одного молодого селезня с 4 уточками у меня будет обитать. Смотрите, как они шумят, а? Гуськи пошли, пошли. Вот не сидят на месте, не сидят. Ходят, а что им еще делать? Раздолье, довольные. Разрешили им в огороде лазить. Вот они лазят везде. Ну, в общем, так. Смотрите, я покормила сейчас уток, а та уточка так и не вышла. Так что вот так. Ой, 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 каштан. Так что вот так. Так, я забыла посмотреть яйца. Сегодня я их не смотрела. Но никто мне сейчас не несется. Стой. Так, нету, нету. Нету, нету, там тоже нету. Ой, какой ты уже большой, а? Какой ты уже большой у меня. Красавчик. И смотрите, уже растут кораллы на клюве, да? Что? Загнал уточку в угол. Он как кушает, как поросята. Все, все раскидывает. Видите, он так мы жрем.
Вот так вот. Такие дела. Будем ожидать утяток. Всем хорошего вечера. С вами была Наталья. Всем пока.